стенах Чувашского государственного музея открылась выставка, посвященная 50-летнему юбилею живописца и графика Сергея Андреева. На ней побывали и наши корреспонденты. Сергей Андреев – художник многогранного таланта. Он окончил художественное училище, но академизм не помешал самобытности. Его увлекла живопись и графика. В картинах Андреева коллеги отмечают отточность композиции, особую музыкальность изображения, следование национальным традициям. Художник чувствует чувашскую деревню, ее колорит. Как звонко звучит и стекло, и фарфоровая кружка, и вот этот вот удивительный старинный кувшин, и лампа. Это все ему дорого с детства, и он все это хочет воплотить и оставить на века будущим поколениям. Живопись Сергея Андреева перекликается с его графическими работами. По словам самого художника графики, он пришел не сразу. Хорошей графики много быть и не может. Она дается огромным трудом, кропотливой работой. Только над одним произведением работа может длиться по несколько месяцев. Картины художника теплые и душевные, без любования собой в искусстве. По мнению директора музея Геннадия Козлова, графика – вымирающий вид искусства. Очень тяжело выдерживать конкуренцию с фотографическим искусством, компьютерными технологиями. И потому вот ручная техника, то есть карандаш, уголь, сепия, разные техники афортов, переживает не самые лучшие времена. Эта экспозиция – одна из немногих графических выставок за последние несколько лет. Она камерна по состоянию, но колоссальна по своему содержанию. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика.